И снова всем привет, друзья и подписчики моего канала. Я рад приветствовать вас на моем новом топовом видосике. Под прошлым видео с обучалкой, как делать бутылку со снайперки КАР-98, то есть коряка, вы набрали 200 лайков практически за 4 часа и смотивировали меня на новый видосик. И я делаю для вас очень топовый видосик с обучалкой, как делать оттяжку на слабых устройствах. Это очень топовая обучалка, также она подходит и для мощных устройств, и можете убивать своих соперников за секунду. Также я хочу сказать, что давайте добьем 6000 подписчиков на моем канале. Для вас это несложно — нажать одну кнопочку и поставить лайкосик, написать при этом комментарий из 5 слов, чтобы выдвинуть мое видео в топ. Я не буду задерживать вас своими словами. Я вам пожелаю удачного просмотра и погнали к обучалочке. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. Если ты именно так хочешь тащить игроков, то досмотри это видео до конца, и тебе очень сильно повезет с этой обучалкой, и тем более, если у тебя слабое устройство. А теперь пошлите, и я вам объясню, как делать именно эту оттяжку. И перед началом обучения оттяжки заходим в настройки, в управление, и ставим кнопку огня слева на кнопку «Всегда». Потом заходим после этого в худ, и у нас появляется такой значок огня. И мы его ставим на левую сторону, чтобы он не превышал этой полоски. Ставим, можем, выше индикатора бега, выше джойстика, куда хотите, главное на левую сторону. А теперь идем в катку. Итак, после всех этих комбинаций я вам сейчас объясню, как именно делать эту оттяжку. Как вы видите, я не трогаю правый джойстик огня. Вот прям на замедленной съемке вообще не видно, как я его трогаю. Что мы делаем? Мы правой стороной пальцем наводимся на соперника, можем даже ближе головы, можем дальше от головы. И уже этой кнопкой огня слева, которая, стреляем по сопернику и оттягиваем правой стороной вверх. То есть еще раз. Правой стороной наводимся на соперника, стреляем левой кнопкой огня по сопернику и правой стороной оттягиваем, как сказать, нашу оттяжку. Чтобы вы меня до конца поняли, я вам еще раз скажу. Правой стороной наводимся на соперника, после чего стреляем по сопернику, у нас будет автонаводка. И потом оттягиваем правой стороной большим пальцем вверх. Что хорошего в этой оттяжке? Что вы можете правой стороной навестись на соперника прямо до головы, и тогда его уже убить с двух тычек. Это очень годная оттяжка, и я в данный момент сейчас катаюсь с нее. Я играю на рейтинг с нее и в ранг отрядов, также в битве стенка на стенку. Чем пригодна эта оттяжка для слабых устройств? На слабых устройствах очень плохая сенса и само защитное стекло, вообще если стекло. Просто на слабых устройствах мне очень много подписчики жаловались, что у них не настраивается чувствительность. И да, это так, на слабых устройствах очень тяжело настроить чувствительность из-за чувствительности экрана самого и из-за того, что у них большой FPS, когда они делают оттяжку. То есть у них лагает весь экран. А при этой оттяжке вы просто наводитесь на соперника правой стороной и уже левой кнопкой огня стреляете по сопернику и можете сразу за секунду дать голову. Это реально очень годная обучалка, прям очень годная обучалка, которой я сейчас в данный момент пользуюсь и играю на всех режимах. Ну и вот видосик подходит к концу, потому что я думаю, что я вам все объяснил понятно, и я думаю, что вы поняли, потому что я объяснил вам и словесно, и показал на картинках. Ставьте лайки, 300 лайков новый видосик, потому что вы показываете сумасшедший актив, и пишите в комментариях, если я вам помог. Я вам пожелаю удачи в жизни, и всем бай-бай.